Партия единороссов заняла 5-й номер в избирательном бюллетене. Для партийцев не принципиальна позиция в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму, потому что избиратели голосуют за программу, с которой партия идет на выборы, и за ее предложения по развитию страны, заявил по итогам жеребьевки секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он также напомнил об основных базовых принципах, на которых строится вся работа «Единой России». Это защита, забота и благополучие граждан. По словам Турчака, 5-й номер символизирует пятерку лидеров, с которой единороссы в этот раз идут на выборы. Это Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова и Елена Шмелева. Каждый из них профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе, заявил Андрей Турчак.